Всем добрый день. Ну, изначально как-то с детства повелось, там с папой вот гуляли, любил как-то там за мячом падать, может быть, как и все дети. Но дальше как-то это начало перерастать во что-то большее. Изначально предыстория футбольная связана с тем, что друг пригласил, ну, сказал, что он занимается в футбольной секцией. Я говорю, ну, давай попробуем. Тоже пришел, нравилось, но там почему-то не стал ворота вставать, а начал там играть на нападении. Тоже, кстати, там что-то даже забивал. Вот. После чего тренер отметил трех лучших из этой группы и, так сказать, перевели нас в школу факела. И вследствие чего, ну, мы поступили в спецкласс факела, это шестой класс. Ну и все как бы поэтапно развивалось. В структуре там факела я был до 9 класса, потом уехал. Предложили поехать в школу Ростова, который на тот момент играл в премьер-лиге, ну как сейчас. И поехал. Вот, собственно, вот так начиналась футбольная карьера. Кумир, ну, такого не было. Какой-то, может быть, собирательный образ. Там, у кого-то что-то там лучше там, на выходах получалось, у кого-то ногами. Так как-то вот конкретного ничего не припомню. Ну, переход. Ну, для меня, да, это вот и я припомню из молодежного первенства, когда я был вот дубль Рубина, попал туда. И там первый матч, например, по второй лиге, ну, сразу чувствовалось, что как бы играешь против немножко другого уровня соперника, который там может что-то там исполнить, то, что, например, там в молодежном первенстве не проходило. Вот, это первое. Второе, да, там, что касается уровня ПФЛ и ФНЛ. Ну, для меня бросилось в глаза скорость и мастерство, индивидуальное мастерство футболистов. Вот, наверное, вот это выделю. Такая история тут, может, большая, как я попал на уровень КФК, как бы получил травму, вот, собственно, остался без команды, ну, как-то надо там и семью прокормить, даже устроился там работать детским тренером, ну, что, собственно, мне и в принципе, и нравилось. Ну, и как бы по ходу восстановления, ну, восстановился. И появился вариант на КФК играть. Ну, как бы я и совмещал, там и тренировал детишек, и играл на КФК. После чего Игорь Вячеславович, который, ну, знаком мне по выступлениям за «Локомотив» Лиски, позвонил, пригласил как бы, ну, на просмотр «Факел». Вот. Приехал, показал себя, ну, собственно, и остался в факеле. Что касается там завершения, ну, разные мысли были. Я как бы сам понимал, что чем больше я нахожусь, ну, там, на таком уровне КФК и там, ну, да, и работаю, то есть тренировочного процесса так такового у меня не получалось. Я понимал, что у меня как бы меньше шансов. Ну, вот, как бы, не знаю, что это, везение какое-то. Без этого никуда, что я оказался здесь. Ну, одного так, не знаю, как бы тут сразу несколько, может быть, там и за «Локомотив» Лиски против на кубок против «Динамо Москва», кубковый матч. Хоть мы его и проиграли, но такой ажиотаж как бы в городе был очень высокий. Ну и, наверное, еще выделю здесь первый матч свой за футбольный клуб «Факел» против
Шинника свой дебют, как бы и в ФНЛ, и вообще за «Факел», как бы такие трепетные эмоции возникают. Ну, наверное, за «Факел» против, наверное, «Химок», наверное, пусть этот сейв войдет в мой топ. Ну, могу ошибаться с годами, но мне кажется, это был там 98-й, может быть, 99-й, когда «Факел» там поднимался, выходил в высшую лигу, пришел с папой на стадион, еще были такие деревянные скамейки, много было очень людей на этих матчах. Вот несколько, помню даже тот матч, когда «Факел» прям оформил прописку в высшую лигу, когда там жгли газеты, ну как бы такие факелы делали, прям запоминающиеся. И следующий сезон наш возраст «Факел» подавал мячи, это 2000-й был, то есть там приезжали такие бренды, там «Спартак», «ЦСКА», и удалось посмотреть это. Ну вот, как бы все впечатления с детства, они сложились, что «Факел» и вот этот стадион, как бы такая атмосфера здесь трепещущая для меня. Ну, еще о продлении подписания контракта еще с предыдущим руководством велись разговоры. Потом, как поменялось руководство, честно, ну, ожидал всякое, как бы новый руководитель. Понятно, что я еще травмирован, меня никто не знает, по сути. Вот. Ну, держал связь с Русланом Зудиевичем Аблаевым, тренером нашим вратарей. Вот. Он позвонил, сказал, приходи, тут, ну, у нас как бы селекционный, ну, просмотровый сбор, приходи на тренировку, познакомься, ну, с новым руководством. Пришел, познакомился и с Романом Гурамовичем, и с Сергеем Григорьевичем, после чего, ну, пообщавшись, они меня спросили, когда меня можно ждать в строй, то есть, ну, согласовались на том, что у меня будет новый контракт, и меня как бы ждут в строй, чему я очень безмерно рад. Что касается восстановления, ну, как бы я подошел уже на финишную прямую, тут буквально месяц плюс-минус, все как бы идет планомерно. Я думаю, что уже в скором времени готов буду помочь «Факелу» для достижения цели. Хочу пригласить наших преданных болельщиков на матч «Факел-Армавир» в среду, 19:00. Ждем, как обычно, вашей самой лучшей, дорогой поддержки.